Тувы пришли крещенские морозы. Сегодня утром температура воздуха в Кызыле резко опустилась до -45 градусов. По данным регионального гидрометцентра, морозы простоят в Туве до 24 января, а столбик термометра опустится ниже -48 градусов. В связи с понижением температуры наружного воздуха региональное управление МЧС рекомендует жителям республики соблюдать меры безопасности, воздержаться от длительного пребывания на улице, а самое главное – не оставлять без присмотра детей. Напомним, что при -40 градусах в школу могут не ходить учащиеся начальных классов. Учебные занятия школьников с 1 по 9 класса отменяются при -41, -42 градусов. И с -43 и ниже уроки отменяются у всех классов. Однако ученики выпускных классов могут посещать занятия, но только с письменного согласия родителей или законных представителей. Также госавтоинспекция Тувы настоятельно рекомендует в сильные морозы не рисковать и по возможности воздержаться от дальних поездок.